Всем привет, с вами Greenite, и мы продолжаем Spell for the Breath of Winter. Ну что же, давайте сделаем вот этот квест с этими магами. Там где-то третий стоит еще. Ты здесь, чтобы освободить меня? Китары похитили меня и приковали здесь. Освободи меня. Этот ключ я нашел в сундуке, в лагере. Посмотрим, сможет ли он открыть замок. Он подходит. Я спасен. Возьми этот маленький амулет в знак моей благодарности. Я буду рад тебе гораздо больше, если ты кое-что сделаешь для меня. Но сейчас не время и не место говорить об этом. Ага. Так, Макрэнья. Наконец-то кто-то пришел освободить меня. Китары заковали меня в цепи. Помоги мне. Возможно, это ключ. Я нашел его в коробке в лагере. Великолепно. Подошел. Я свободна. Тысяча благодарностей. Скажи, ты можешь исполнить для меня одно задание? Рассказывай дальше. Не здесь. Пойдем ко мне. Так, там мы сможем все обсудить. Так, ну у нас там воины еще стоят. Надо их сюда притащить. Ну-ка. Третий. Спасение близко. Разбей мои оковы и освободи меня из плена китары. Ключ нашелся в коробке. Давай посмотрим, подойдет ли он. Ключ подошел к замку. Благодарю тебя за освобождение. Ты, похоже, подходишь для одного хитрого задания. Обсудим это позже. Later. Так, ну пойдемте, куда он бежал, сюда. Так, наши воины. Вы, так, ребятки. Не в один лагерь. Точнее, не в один отряд, скажем так. Куда вы рванули? Вы рванули наверх, нет. Вас там перестреляют, ребята, вы чё? А вот вы... Идете сюда. Так, я бегу. Эти бегут, все бегут. 22, да? 22. Так, здесь воинов тоже в отряд сделаем. Чтобы было. Так, ага, вы сюда бежите. Вы пока... Пока что вниз. Да, пускай вниз бегут отсюда. А там будет видно. А вот и ты. Ты упомянул задание. Верно. Это касается магического артефакта идол-зубастиков. Достань эту бесценную статую. Я могу только... Достать эту бесценную статую я могу только вместе с черным магом Горлом и магом Земли Реней. Каждому из нас принадлежит равная часть этой статуи, и никто в одиночку не может владеть ею. Идола мы спрятали в сундук. Сундук мы можем открыть только втроем, так как у каждого из нас по одному камню ключу. Такова была сделка, которую мы заключили. Но Горлан и Ренни затеяли заговор против меня. Они хотят убить меня и забрать мой камень. Не допусти этого. Отбери их камни, открой сундук и принеси то, что по праву мое, идола. Вот, возьми мой камень. Понятненько. Так, наш отряд почти пришел. Иди сюда. Мы быстрее добежим. Так, что... А, вон, появился Горлом, что-то прогрузка. Точнее, дальность видимости маленькая. Здравствуй. Кому ты ходил? Горлану? Золовену? Хотя какая разница? Оба они лгуны, воры и убийцы. Ты наверняка получил приказ убить меня и забрать мой камень.
Но послушай, если поработаешь на меня, я вознагружу тебя так, как Золовину с Горлоном и не снилось. Вот, мой камень. Добудь два других и принеси мне клетку зубастиков. Ты найдешь сундук далеко на востоке, где живут зубастики. Я понял. Это тот сундук, который мы не могли открыть. Но до него, да, бежать далековато. Это что у нас по арбалетам-то? Тут пятый уровень надо. Ну, ничего страшного, зато хороший арбалет с ядом. Что там дальность у него? 20. Отлично вообще. Кто послал тебя? Это змея Ренья или лжец Золовен? Не верим. Они хотят обманом добыть у меня камень и заполучить идола в свои ручки. Идол принадлежит мне. И к тому же, я могу предложить больше, чем оба они вдвоем. Забери камни у Ренья и Золовена, принеси мне идола, и я тебя по-царски вознагражу. Вот, возьми мой камень. Так, ну пойдемте за этим сундуком. Телепортируемся в... как его? О, наши воины здесь уже. Телепортируемся в лагерь Сефера. Насколько я помню, как его так зовут. Сефер. Там, кстати, есть магазинчики. Да, Сефер. И мы, соответственно, тут сейчас что-нибудь, наверное, прикупим. Так, ты кто у нас? Так, а штаны у тебя есть, дружище? Нет, у тебя штанов еще нету. Поэтому мы тебе купим штаны, которые мы тебе оденем. Ты у нас что продаешь? Ты у нас продаешь оружие. У него по оружию... 6-9, кража манны. Кстати, было ему неплохо. Да, он личий маг, ему вообще неплохо. Ну, давайте вот это вот купим, кстати. А тут что у нас? А, вот арбалетом уже сможем пользоваться. Но урон такой себе, если честно. Ладно, у нас есть арбалет, не будем тратить. Тем более, пока что использовать не будем. Давайте, кстати, навыки распределим. По-моему, плюс 2 навыка еще будет. Да, давайте это так сразу. У нас еще одно лечение появилось. Здесь у нас чем? Здесь у нас то, что мы продавали. Давайте еще одни штаны купим следующему воину, который у нас будет. Так, где эта фигня? Где-то... Так, куда-то сюда. Ага, вот где-то здесь. Пускай пока бежит. Так, значит, это маг земли, это маг черный и белый. Ну, соответственно, нам, в принципе-то, пофигу, кого выбирать, поскольку мы не маги. Давайте, наверное, выберем черного. Он просто так хочу. Просто хочу выбрать черного. Можно выбрать тетку. Почему бы и нет. Да, пока добежу. Ой, как ярко. И без всякого RTX. Вон даже лучи есть. Никаких RTX не нужно. Давай сюда. Вместо замочных скважин. А, ну это мы читали. Вставить, конечно же. Каждый камушек вставляем. Там, чтобы читать-то нечего. Идола забрали. Бежим к связующему камню и телепортируемся обратно. Тут у нас что? Работают негры? О, работают. Скай. А, тут деревушки у нас нет. Там же все разнесли. Мы ничего не активировали. Так... Может, еще кого-то призывать? Но они не успеют, естественно, добежать. А, пускай будет. Пускай работает игра. Сильно плохо этого не будет. А что-то как-то я не понял. Что-то то ли светокоррекция, как-то...
как-то, не знаю, как-то маленько ярче или непонятно как стало. Может, просто за несколько дней, которых не играл, забыл, как она должна была выглядеть. Так, ну, да, пускай у него кража маны будет. Это нам пригодится. Да, господи, да уйди ты, тетка. Сефир вернулся к себе, стоит тут на поле боя. Тихо, тихо, ты куда, дружище, побежал? Так, где тут? Где-то сбоку можно пройти, да? Вот аж, где можно сбоку пройти. Ну, ему там быстрее, правда. Так, ребятки, вы стойте, естественно, соответственно. Сейчас будет махач. Вообще, два орка у нас еще халтурят. Уровень что у нас? 7-й. Да, 7-й уровень. А как у него на 10-м столько прокачано? Прям... Что у него? Тяжелые клинки. Ну, если вот так, наверное, качать, так удобнее. Хотя, черт его знает. А что у него, в смысле, от магии огня? Маленькая защита. Странно. Артефакт у тебя? Да, здесь. Я передам его тебе. Золовен. Ренье. Ну, теперь я вас уничтожу. Ах ты козел. Ах ты козел. Ну, давайте. Свиток сущности тьма 2. Ему вообще пофигу. А тут что у нас? А тут, в принципе, справляются. А куда Золовен побежал? Так, ну-ка, в атаку. Оба-на. Эй, тихо-тихо, ребят. Вы там потише будьте. Так, лук, идите-ка вы сюда. Так, отлично. Усиливаем. Давай, Золовен, призывай кого-нибудь. Че нас-то бьет? Чему нас бьет? Так, ну-ка, где? Ренью. Ренью не вижу. Так, в атаку, ребята, давайте. Ну, естественно, белый маг защищен от черной магии. Меня сейчас убьют, отвалите. Посмотрю, какие они сильные. Так, Золовена-то прикончите уже. Ренья, я ее не вижу. А, вон она. Давайте в Ренью все стреляйте быстро. Что-то прям вообще тут махач такой. Вы чего, ребята? Так, ну Золовен пока... Живой, да? Ага, вон он. Давайте как-нибудь разберемся. Ага, манна у него кончилась, отлично. В Ренью стреляют. Давай. В Золовена. Все, умер. Ах, козы моих орков перебили. Что там происходит? В смысле? Ты чё, дурак? В смысле? Я не понял. Я сейчас вообще не понял. Золовен, успокой своего скелетона. Горло, успокой своего скелетона. Идол теперь мой, и враги мои повержены. Ну, типа того. Вот прими эту награду за помощь. Какой-то... Интересный скелетон какой-то, короче, у нас. А...
Лина, успокойся, пожалуйста. Какого черта ты делаешь? Ты зачем атакуешь следопыта? А что он сделал? А, они орков, наверное, атаковали. Поэтому. Игра сломалась. Так, причем они их атакуют. Лина их атакует, а они ее нет. Спасем, ребят. Так. В принципе. Ну давайте в портал мира Артур. Соответственно, сразу сохранимся. Пойдемте дальше. Если Данхен ушел на север, тогда Риовис, должно быть, пошел на юг. В болотах Долгого Эха можно надежно спрятаться. Портал к юго-востоку отсюда. Нам придется обойти город. Ну, кстати, да, придется по-новому убить китаров. Потому что сохранения с конца серии не было. Так, ну давайте атаковать китаров. Идите сюда, скотинки. Теперь я с вами справлюсь. Нормально. Неплохо. Отлупили. Так, два китара еще. А можно как-то вылечиться, пожалуйста? Что настолько маны мало, да ну. Ну, кстати, заклинание хорошее дал. Ладно, лечиться пока не будем. С двумя, я думаю, мы сладим. Арбалет бы было неплохо, кстати, пятого уровня был. Иди сюда. Блин, так сложно подбьет. У тебя два меча. Что ты такой медленный? Ага, далеко собрался. Эй, дружище, тут твоих всех перебили. Теперь-то я не такой слабенький, да? Не можете справиться. Так, господи, тебя. Да ладно, такая мудрость. На бой. Тут одного... Одну кошку убить-то надо было. А вам, кроме как ломать здание, больше делать нет. Чего их ломать? Зачем их ломать? Сам без толку. Так, где-то тут еще парочка врагов была у нас. Да, вон слева. Идите сюда. Будем вас убивать. Мне помогут? Или я опять один все делаю? О, хорошо. Отлично. Так, вижу двух врагов еще. Да, гоблин, смотри, что тебя ждет. Ой, что-то есть. Что выпало с него? Добрый. Молодцы. О, какие вы щедрые, игра. Ты просто поражаешь меня своей щедростью. Гоблин драчун, иди сюда. Подеремся. Да, обновить эту игру было бы вообще неплохо. В плане графики, в плане анимации. И она была бы топом просто. Ну, некоторые ремастеры игр делают, а ремастеры классных игр. Некоторых классных игр забывают сделать. Это же не круто. Так, зубастика мы там убили. А, впереди... Да, впереди еще один зубастик. Слуги огня, остановите их, сестры. Ну, вы, может, вот этих атаковать будете? А чё, я не усилился? А в смысле, я не усилился? Вы чё, я усилиться должен был, вы чего? 26, нифига он мазал ей. Ой, хорошо. Ой, замечательно.
Wait. Постойте. Come on now, we've got Пойдем, to move on. Нам надо двигаться дальше. Those were elves. То были эльфы. С каких это пор они нападают здесь, в центре Ургота? Расскажи ему, Грим. Ты знаешь легенду об Эйрине, несущем стужу и о договоре с эльфами? Сагу о драконе зимы? Конечно, знаю, но... Это не просто сага. Существовал и дракон, и Кейвин, королева, певшая для него во льдах. Долгие тысячи лет. Но все кончилось. Ледяные эльфы похитили королеву из расщелины. Теперь Эйрин может вновь восстать и отправиться на поиски королевы наших землей. И сковать их вечным льдом. Так же, как это случилось тысячи лет назад. Но союз дракона всегда был священным для эльфов. Священным? Они чтили его лишь потому, что он открыл им могущество магии льда. Что может быть лучше для них, чем вечная зима, в которой они обретут безраздельную власть? Значит, теперь силы освобождения, и вы воюете не с орками, а с ледяными эльфами? Именно так. Они пришли месяц назад и выгнали орков из мира Артура. Затем они заключили королеву в темницу в своем городе. Мы пытаемся ее освободить, а бойцы освобождения помогают нам в этом. Сначала я не могла в это поверить, но Грим оказался прав. Кто еще может знать о том, где скрывается королева? Кто еще может пережить вечную зиму, что несет дракон? Да. А еще говорят, что красота всегда имеет чистое сердце. Раз это ваша война, то это и моя война. Так, ну идем дальше. Ну да, и тут это сплющивание. Перезаходить в игру. И по новой, блин, заходить. Так, там деревушка какая-то. Так, давай-ка топай. Сюда. Кто здесь у нас? А, орки. Ага. А, вижу эльфов. Много эльфов. Ну как, спрячься в кусты. Я трава. Для незаметности. Ага, сюда идут. Ну тогда усиливаемся и погнали. Огнепоклонники, смерть им. Спасибо, что заморозили меня. Ой, с одного удара, что ли. Не верю. Не верю. Ну, давай, убейте ее уже. Чего? Ой, он такие маленькие. А вы что такие маленькие-то, а? Давай, мочи ее. Зачем нападаете? Ребят, я ж не хотел. Я думал, вы мимо пройдете. Такс. Единичным подлечимся. Хорошо. Так, там у нас что? Там у нас ворота. Ой, их там много. Ну ладно. Идите сюда. Ау. Да зачем? Не хочу умирать. Не-не-не-не. Да ну. Ой-ой-ой. Там вообще печалька. Так, одну убили. Хорошо. Давай-ка я с лучниками разберусь лучше. Что они прям больно бьют. Хорошо. Так, уже они не стреляют, а в рукопашном они урона много не нанесут. Тихо, тихо, тихо. Вот обязательно нам было в меня стрельнуть. А, как бы сейчас не сдохну. Да ну, не. Давай, мочи, мочи ее. Ой, хорошо. Живи. Главное, живи. Чё, так больно-то, вы чё? У меня случаем сложность игры не сбросилась. Ой, тут какое главное меню. Да нет. Странно. А чё мне так отмудохали, хорошо? Оу. Теперь пока дойдёшь, блин, это будет вечность. Пойдёмте с орками поговорим, там что-то есть у них. Вообще дикие какие-то. Чего? Вы чего? Глупенькие.
Алина, ну почему у тебя белую магию тоже не получить? Было бы неплохо, кстати. Блин, 2 силы не потратил. Вообще ужас. Все, идем. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас ничего. Ага. Так, камушек, естественно же. На всякий случай. Ой, хорошо. Меч возьмем. Не-не-не, ты обойдешься, нафиг, иди. Я возьму его. Он у нас 8-12, да? Хорошо. А, эти я, наверное, продам. Да что, у нас арбалеты 2? Нет. А, 13 плюс 92. Нет, этот, по-моему, лучше был. Так, у тебя что? У тебя всякая такая тута. У тебя магия. Тогда мы тебе магию продадим все равно. А, так. Отвратная гадина, нечистая кровожадная жаба. Ты говоришь со мной? Скользкая вонючая тварь, гадкое отродье болот. Что за ерунду ты несешь? Вампус, чудовищная ядовитая тварь, сожрала моего брата. Ты имеешь в виду эту тварь, оставленную мной без языка? Язык вампуса, мой брат, это отомщен. Наконец-то, возьми это в качестве награды. Ага, как мы вовремя. Чё он нам дал? Ага, кольцо. И посох. А посох чё, разум плюс 2? Фу-ты. То тут хотя бы ману ворует, а это так себе. Вау. Мы почти 8 уровень, нифига себе. А, кстати, подлечимся во время боя, если чё. Бой начнем, а там видно будет. Нифига он нам... Ну, в принципе, да, тот сильный был для нас. 9 уровень. Да, он, по-моему, 9 уровня был. Поэтому... Я бы сказал, даже неплохо. Так, капнулись сейчас. Вижу храм, вижу двое ворот. А там... А, там эльфы у нас... Значит, нам туда путь заказан. Так, ага, отряд идет, быстрее перезывайся. Ты у нас, кстати, белый маг как раз, меня подлечишь. О, блин, тут уже у нас еще зубастики остались, офигеть. Так, ну-ка, давай-ка лечи меня. Ну пойдем посмотрим, как это герой. Fire servants, destroy them. Так, усиливаем. Пошел. Давай. Выноси их. Убил, хорош. Хорош. Твой уровень капнул. Да, еще. Лагерь. Так, что у нас по уровням? Да, давайте постараемся к арбалетам ближе. Давайте, наверное, силу. Качаем на 5 сразу. О, ай да, что я что тут забыл? А что, камня тут нету, да? Что там осталось? А, это впереди. Это впереди. Здесь Айдар отсюда ушел. Забавненько. Давайте с ним поговорим. Так что здесь, ты всегда... Чего? Так что здесь? Так что здесь ты всегда желанный гость? Во, вон оно как. А что ты знаешь о Грине и Лиме? Я? Ничего. Я уже совсем старик. И мне эти вещи больше не интересуют. Я имею в виду их прошлое. Откуда они появились? Ах, вот оно что. Лина пришла сюда вместе с Данкан и Мириосом. К магии ее приобщили ледяные эльфы. Там же она встретила двух воинов рун. Она хорошая девушка, и сердце у нее доброе. А Грим должно быть ее старый знакомый, как и ты.
Он пришел к нам на следующий день после того, как эльфы льда захватили город. Лина предложила ему пожить с нами, и с тех пор он завоевывает все больше влияния в лагере. Мне кажется, он слишком напорист, но Лине и остальным это нравится. Ты слышал сагу о драконе зимы? Ха, кто же ее не слышал? Перескажи мне ее. Дракон зимы Эрин. Его зовут Смертоносный Бурак. Когда мир был еще молод, и первые дети богов бродили по лику земли, драконы правили небесами, а Эрин был самым могущественным из них. Он был душой зимы, где бы он ни пролетал, землю сковывал лед. Так странствовал он по миру в поисках спутника, равного себе. Но все живое бежало от его стужи. Когда его ледяное дыхание достигло великого эльфийского леса, Фенон Мира, Кейвин, последняя королева эльфов, вышла к нему просить пощады для своего народа. Она одиноко стояла посреди ледяной пустыни и пела, чтобы победить свой страх. Высоко среди облаков дракон услыхал ее песню, и спустился он на землю, чтобы внимать песню. Впервые его вечное ледяное сердце оттаяло, и он умолял королеву уйти и остаться с ним навсегда. Так Эрин унес Кевин в свой дом на севере. Там он сотворил непроницаемый ледяной кокон, который мы теперь зовем ледяной буран. С тех пор она поет для него во льдах, а сам дракон пребывает во сне. В обмен на ее жертву эльфам была дарована сила льда, а в мире опять наступила весна. Да, в конечном итоге все мы должны быть благодарны Кевин за то, что народы и королевства этих краев все еще здесь. Если бы не она, жизнь всегда навсегда застыла бы в ледяном дыхании драконовой зимы. Расскажи мне об этой земле. О Мираркуле. Я тебе уже рассказывал. Тем не менее, здесь проходит несколько дорог, ведущих в другие земли. Северная дорога ведет в Винистые горы, уже фактически принадлежащий Фиаре. Если ты зайдешь на те горы, то ты доберешься и до Тирганали, земли ледяных эльфов, почитателей Эрина. К востоку от города есть еще один портал. Обычно он находится за закрытыми вратами. Он ведет вал в земли Алой Империи. А это не те земли, в которых пожелаешь остаться. Даже орки и те постоянно дрожа держат врата закрытыми. А что ты знаешь о Тирганале? Это город на леднике Бурана, высоко в горах Фиары. Эльфы, живущие там, не похожи на обычных лесных эльфов Фиары. Они мастера магии льда и живут, подчиняясь строгим правилам. Они яростно защищают ледник и своими святыни. Многие люди считают, что они более не слуги света. Говорят, что они даже бросили вызов воину Руны в битве за Фиару. То есть ты считаешь, они опасны? Я думаю, что сила может победить дух. Но я не могу представить себе эльфа, ставшего на сторону зла. Блин, что-то он быстро скипнул. Расскажи мне об Алой Империи. Шалдун, горящий город. Когда-то это был крупнейший город темных эльфов, но однажды разверглась земля и породила огнедышащую гору, поглотив половину города. Темные эльфы истолковали это как знак, явленный Зарах, и теперь город подчиняется ими за главную святыню. Но ведь темные эльфы поклоняются Нору, богу ночи, не так ли? Члены секты Шалдуна, возможно, и до сих пор признают Нора, но считают себя избранными народом Зараха. Они изучают магию огня и мечтают принести все другие земли в жертву своему покровителю, предав их огню. Остается лишь надеяться, что врата не откроются никогда. О, то есть противостояние огня и льда у нас. Там кого-то убили? Тут кого-то убили, серьезно? Че это так? Зубастик, ты че такой? Не дождался меня, пока там разговаривал. Пришел и умер. Ну так неинтересно же.
Кто где? Что? Не понял. Так. А, вот зубастик. Один. Все, больше никого. Что я, ну, не полнатно по карте. А, два зубастика, вон. Ну, ладно, не страшно. Сейчас мы спокойненько на другую карту перейдем. Че, все, вы его прикончили уже? Молодцы какие. Активируем связующий камень. Подходим к нашему порталу. И, соответственно, идем дальше. Реовис. Лина, уходи, go, скорее. Но мы же друзья. Друзья или нет, но Харим Черный завладел моей руной. Теперь я покорное орудие в его руках. Харим, этот змей болотный. Этот маг объединил силы с орками. Мы добудем твою руну, Реовис. Обещаю. Это будет непросто. Низинь охраняется орками. Лагерь Харима в скалах, далеко на востоке. Тебе придется пройти через старое русло. Да что же это? Ты мой слуга руны. Как ты смеешь? Убей их. Я приказываю. Как тебе угодно. Так, возвращаемся к бою. Освободи мою руну. Конечно, брат. Предупредите орков. Уберите от меня этот мусор. Сам ты мусор. Я сейчас устрою мусор, блин. Так, что у нас? Восьмой уровень, да? Так, темные эльфы, железо, камень. Новые здания, наверное, да? Тихо, так. Что тут у нас? Орки, я понял. Новая руна. Так, иди сюда. Ага. Не втыкается. Воткнули. И призывали. Поехали. Так. Смотрим. Оттуда мы пришли. Здесь вниз у нас кусты, растущие на камнях. Забавно тоже. Так, кто-то у нас здесь рядом есть. Кто где? А, вон он, лесной жук. Так, господи, убейте его уже. Так, еще жук. Ага, орк. Так быстро? Вообще, ништяк. Так, идите работайте. Призываем. Так, что у нас там? Нас уже спалили. Нифига себе. Быстро. Но мы их убьем. Хорошо. Так, тут целый лагерь. Ленья. Ленья. Рая. Ладно, защищаем деревушку. Там башни, мы одни туда все равно не пойдем. И быстренько развиваемся. Так, что у вас, ребята, есть-то вообще? Малый штаб. Ага, склад есть, все, ништяк. Плавильня, пыры-пыры-пыры-пыры. Средний штаб есть. Грибная ферма. Это неплохо. Это прям реально неплохо. Так, тихо-тихо. Так, идите вы впятером тоже сейчас копайте. А вот эти, кто тут тащит? Ага, понял. Так, 15. Вы просто стоять будете, да. И сейчас я сразу каменоломню поставлю. Сразу каменоломню. Сюда вот. Так, я надеюсь. Давайте-ка сюда. Тут мы не видим, кто у нас прет. Тут пока никто у нас не идет. Это хорошо.
Работайте, ребятки. Давайте, давайте. Construction is finished. How may I serve you? 15, да, правильно. А, нам надо малый штаб, 110 камней. А почему не 100? Почему у меня 110? Ну ладно, эти уже много принесли. И эти как раз добежали. Все, донесли, молодцы. Не трогайте. Пускай те работают. Вот, хорошо. Да, вот так поставим. Скомпонуем. Так, вас семеро? Что, серьезно, не вмещаетесь вы туда? Вы что, давайте. Синхронность. Залог успеха. Что у нас здесь? Орки. Здесь стоят. Здесь идут два орка. Три. О, блин, еще и огр. Вы что, издеваетесь? Я что, сейчас отбиваться должен, блин? А чего вы так дофига-то вы офигели? Молодцы, построили. Отходим. Так, что у нас есть? А, рудник, кузница, новый штаб. О, каменотес. 130. Ну, ждем. Как раз будет сейчас готово. Ой, да чего у вас там так много-то? Я справлюсь, надеюсь. Так, каменотес, быстренько. А, сюда. Ну, пойдемте в атаку. Кого ждать-то? Сдохни. Fight, men! А, как они меня запалили? А, ну, да. В принципе, возможно было. У вас немного, ребята? Ну, это пожестче, чем... Так, все, камень у нас в порядке. А, плавильня. А, естественно же, плавильню сразу ставим. 150. А, можно же еще призвать. Да я тут жду так долго. Плавильню. Давайте сюда, наверное. Или сюда. Давайте как-то... Ладно. Блин, так она хорошо встает. Ну-ка. Ну, давайте вот так поставим. Идите, работайте. Работать, работать. Не отвлекайтесь, ребята. Чё вы? Работать. О, как быстро. Так, естественно, рудник. Сюда. Кузницу давайте-ка уже, наверное, одну построим. Где-нибудь вот здесь. Так, либо бы... Ага, вот так вот ровненько, мне кажется. Так, железа у нас много. Прям железа нам больше добывать нечего. Давайте-ка еще одну построим. Раз у нас железо прям до тебя здесь. Видимо, это намекает на это. Чтобы мы могли быстренько воинов призвать. Железо только вот... Ну, у нас вот один воин только за железо делается. Все, молодцы. И... Что нам надо? Средний штаб. 300 камня. Да, фигня. Фигня делов. Возвращаемся на исходную. Защищаем. Иди строите кузницу, что стали халтурщики. Так, а улучшений у них пока никаких нет. Железо у нас прет прям. Так, никто не нападает. Ты кто такой? Хартар? Хартар. А, вот он этот Харим. Ну, тот друг, а этот враг, понятно. А, сундук тут даже есть. Здесь лагерь, блин, ну... Лагеря там и, скорее всего, здесь. Ну, вот, вот он, да. Тут сундучок. О, староста Свера. Ну и имечко.
Так, что, 300... Ой. Проворонил момент. Так, ну, так, ставим прямо. Так, еду. Нужно еду. 120, по-моему, да, надо, да, 120. Ой, хорошо. Так. Вот он, перед. Ставим сюда. Склад. Да, склад вот здесь где-нибудь поставим. Еду подальше от врагов будем держать. Так, 450 железа у нас. Там у нас вроде улучшение в кузне. Да. Улучшение у нас есть. Призываем воинов. Всего на 2 хватило. Но это не страшно. Давайте синхронность, ребята. Еще 10 работников будет. Это же просто замечательно. Целых 40 рабочих. А, так, давайте это 3 сюда мы. А остальных мы на постройку склада отправим. Наверное. Или вот сюда. Да, ну, ты достанешь, не ври. Так, 3 еще на 1 постройку фермы. Ага, так. Сюда. Тогда это как раз перед. Ну, тогда вот сюда вот ее. Перегородим, да и фиг на это. Че пофигу. Так, иди, работайте. Начинаем воинов тоже призывать потихонечку. Ферма хорошо бесконечна, но надо время, чтобы она заработала. Время, чтобы она заработала. Давайте кузнец наставим уже. Так, прямо. Угу. Так, ты еще одну кузницу. Давайте скомпонуем все это дело. Давайте, работайте быстрее. Склад построили, все. Воины стеляться будут. Отлично. Железа не хватает, да вы серьезно? Ну да, 300 железа на улучшение потратить. Молодцы. Молодцы. Так, еще одного. 2. Фух, блин, 100 железа на него надо, офигеть. Так, тут луна, серебро и арая. Арая. Угу, угу. Круто. Дофига араи надо. У нас там ее дофига вообще? У нас ее 3000. Ну, такое себе, если честно. Ой, так тихо. А, все, построились. Так, ну, пойдемте захватим арая. Воины. Кто кого спалил? А, вот эти. В атаку. Убьете? Справитесь? Ох, козел атаковал. Так, давайте всяких жуков тут убьем. Еще одного призовем. Так, у нас 4. В принципе, нормально. Давай, мочи, мочи, мочи. А, раю добывать топайте. Все, стойте, стойте, защищайте ее. А ты чё встал-то?
Я же приказал топать. Да. Но пока мы не накопим воинов, смысл куда-то вообще идти. О, жук, ты, господи, ты спрятался тут. Дурачок. Так, все, встаем в защиту. И стоим, не рыпаемся. Так, у нас 3 работника. Ага, так я вас понял. А оружейное лунного серебра. Давайте так. А, кузница тени. Иди сюда. Что у нас еще есть здесь такого одиночного? Без... Так, темная академия. Дом колдовства. Раю надо. И тут араю. А тут просто камень. А, один работник. Но это тогда потом. Значит, просто темную академию сначала. Или дом колдовства, наверное. Или темную академию. Давайте темную академию. Хотя у нас оружие лунного серебра появилось. Вперед. Давайте вот так вот ее. Так, ну думаю, давайте серию закончим на этом. А, я пока прокачаюсь, все прочее сделаю, все барахло это построю и продолжим в следующей серии. С вами был Green Knight. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!